Объехать утренние пробки можно на электричке. В Красноярске с 10 февраля будут ходить дополнительные электропоезда по направлению железнодорожный вокзал, микрорайон Северный. Электричка будет отправляться по будням с Красноярского железнодорожного вокзала в 7:30 утра и прибывать в Северный в 8:11. Из Северного отправления в сторону центра в 8:21 и прибытие на железнодорожный вокзал в 8:57. Напомню, с абонементом цена поездки в электричке в пределах города составляет сейчас 13 рублей, что ниже стоимости билета в городском автобусе. Узнать расписание можно по телефону справочного центра и на сайте компании «Красс Пригород».